Каждый день Васька выходит на прогулку. Сейчас уже 9 часов вечера. Мы пришли с работы. Ваську это вообще не волнует. Ему нужно гулять. Да, Вась? Пощипать травку. Поохотиться за птичками. Куда ты пойдешь сейчас? Хвостом виляет. Давай, куда ты направишься? Пошли, мы за тобой пойдем. Везде нужно прочитать смски, кто ему написал. Свои смски вставляет очень редко. Сейчас на жучков-паучков поохотится, потом может в земле поваляться. И вот так у нас каждый день.